17 сентября в Славянском районе, как и по всей стране, начались выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В нашем муниципалитете также проходят выборы глав Петровского и Целинного сельских поселений. Для голосования подготовлено 68 избирательных участков. В первый день выборов участковые избирательные комиссии начали свою работу с 7 часов утра. До начала голосования были проверены все необходимые документы, списки избирателей, бюллетени. В присутствии наблюдателей опечатаны урны для голосования. Когда все необходимые формальности были выполнены, ровно в 8 часов утра выборы официально стартовали. Выборы начались согласно закону ровно в 8 часов. До этого комиссия полностью подготовила избирательный участок. В списке избирателей 239 человек. С утра у нас всегда активно, потому что люди торопятся на работу. Это первый день голосования из трех, которые будут. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, особое внимание на избирательных участках уделяется вопросам безопасности. Чтобы избежать скопления людей на участках, голосование будет проходить в течение трех дней. Соблюдаются все меры безопасности на участке. Участок дезинфицируется каждые 4 часа. При входе всем обрабатывают руки, дают масочку, ручку, перчаточки, соблюдают дистанцию. Комиссия готова работать в течение трех дней. До этого мы прошли обучение. Каждый участник члена комиссии с правом решающего голоса получил сертификат обучения. Уважаемые избиратели, просим всех прийти на свои избирательные участки и проголосовать. Избирательный участок 4214, расположенный в городском доме культуры, один из самых крупных. Здесь в списках избирателей числится около 2500 человек. И к 9 часам утра уже проголосовало 157 славянцев. К 12 часам дня явка на этом участке составила более 14%. В первый же день выборов решил прийти на именно голосование. Ну, потому что я считаю, кто, если не мы, еще будем выбирать наших депутатов и наше будущее, хотя бы ближайшее. Поэтому всегда прихожу на выборы каждый раз и стараюсь выбирать именно по своему сердцу. Не менее активно голосовали жители сельских поселений. Многие решили сделать свой выбор именно в первый день голосования, чтобы не откладывать столь важное дело на потом. Осознанный выбор. Я взрослый человек, прожил всю жизнь. Я вижу эту жизнь и хочу, чтобы она была еще лучше. Все. Пришел в родную школу, проголосовал за достойных людей. Я все время хожу на выборы и считаю своим долгом. И голосовала за тех, кого я хочу видеть в нашей власти. Каждый должен голосовать, потому что все зависит от нас, от людей. Поэтому мы должны быть нормальными людьми и приходить голосовать. В числе первых на этом избирательном участке проголосовал и глава Славянского района Роман Синеговский. В случае, если по состоянию здоровья вы не можете прийти на свой избирательный участок, у вас есть возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию и оставить заявку. Избирательные участки будут работать до 20 часов вечера. Последний день голосования – 19 сентября. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».